Я всех приветствую на своем канале, и сегодня хочу показать, как вязать вот такой узор. Раппорт узора состоит из 6 петель. Я буду набирать 60 воздушных петель. Для работы использую хлопок. Это пехорка ажурная. Можно использовать для такого узора любую ниточку, которая вам нравится. И я подобрала крючок 1 и 3. Я набираю 60 воздушных петель, делаю первую петлю. И набираю 60 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я набрала 60 воздушных петель. Дальше набираю еще 3 воздушных петли подъема. И теперь в четвертую петлю от крючка я вяжу столбик с накидом. Дальше в следующую петельку столбик с накидом. И так вяжу ряд до конца. В каждую воздушную петлю я буду вязать по одному столбику с накидом. Я довязала ряд столбиков с накидом. Дальше буду вязать второй ряд. Делаю 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Переворачиваю работу. И в третью петлю от крючка буду вязать 2 столбика с накидом. 1, 2, 3. Отсчитала 3 петли. В третью петельку вяжу 2 столбика с накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. Всего у меня получилось 3 столбика с накидом. Дальше 3 воздушных петли подъема. 1, 2, 3. И в последнюю петельку, в третью, вяжу 2 столбика с накидом. Первый столбик. И сюда же второй столбик. В эту же петельку. Также у меня получилось 3 столбика с накидом. Отсчитываю. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. И в шестой вяжу столбик без накида. И дальше узор повторяется. 3 воздушных петли подъема. В третью петлю от крючка вяжем 2 столбика с накидом. Первый столбик. И сюда же второй столбик. 3 столбика с накидом. Дальше опять 3 воздушных петли. И в третью петлю от крючка вяжем 2 столбика с накидом. Первый столбик и второй столбик. 3 столбика с накидом. Отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой столбик столбик без накида. И дальше ряд повторяется до конца. Я довязываю второй ряд до конца и делаю столбик без накида в третью петлю подъема. Вяжем третий ряд, 4 воздушных петли подъема. 1, 2, 3, 4. Переворачиваем работу. И теперь вот здесь мы вязали 3 воздушных петли подъема, ищем третью петельку, вот первая, вторая и третья. В третью воздушную петлю вяжем 3 столбика с накидом. Первый связали, дальше второй, третий. Теперь вот с этой стороны отсчитываем третью петельку с другого конца. 1, 2, 3. И вот сюда в третью петлю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот что должно получиться. Дальше узор повторяется. Опять точно так же ищем третью петлю. 1, 2, 3.
вот в этом месте. 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик и сюда же третий столбик. Теперь в следующий элемент. Получается, вот он у нас. Пропускаем вот это место, серединку. И в воздушную петельку 3 столбика с накидом. Раз, два, три. И повторяем до конца ряда. Я довязываю ряд до конца. Делаю 2 накида на крючок. Первый и второй. Вкалываю крючок вот сюда, во вторую петельку подъема. И вяжу столбик с 2 накидами. Первый накид провязала, второй накид провязала. И дальше 2 петельки провязываю. Вот что должно получиться. Дальше узор повторяется, начиная со второго ряда. Следующий ряд у нас получается четвертый, мы вяжем как второй. Потом идет 5-й ряд, вяжем как 3-й. И так далее. Схему по вязанию вы найдете в моей группе ВКонтакте. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Ну а если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить выход нового видео. До новых встреч, пока-пока!